Сегодня Волжский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего директора коммерческой организации по торговле автомобильными шинами и его супруги. Они признаны виновными в уклонении от уплаты налогов путем внесения в декларации ложных сведений о приобретении продукции у подконтрольной фирмы. Таким способом, с 2016 по 2018 годы они не перечислили в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме более 23 миллионов рублей. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживали представители прокуратуры города Волжского. Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признали. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, суд приговорил коммерсанта к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его супруге назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Мужчина взят под стражу в зале суда, женщине мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.